Беларусь полностью готова к проведению вторых европейских игр. Это сегодня заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук днем во время информационного канала в нашей студии на стадионе «Динамо». Глава ведомства призвал болельщиков поддержать спортсменов и воспользоваться случаем посетить все спортивные состязания. Но отметил, билетов осталось мало. Я бы хотел, пользуясь случаем, пригласить в первую очередь детей, потому что это масштабное мероприятие в первую очередь для них. Кому как не для них увидеть вот это воочию, потому что такое столь масштабное мероприятие проводится в стране не каждый год. Мы получили это право и очень... Неизвестно еще, когда оно будет в следующий раз в нашей стране. Сергей Михайлович, вот вы наверняка общались со своими зарубежными коллегами. Вот интересно, их мнение озвучивают ли они? Как сейчас? Все ли соответствует нормам? Не просто соответствует нормам. Все восхищаются той степенью готовности. Деревня спортсменов в прекрасном состоянии. Питание. Для нас был новый опыт условно такого количества спортсменов, тренеров, которые находятся одновременно в одном месте. У нас не было. И мы, слава богу, провели в своевременно тренировки, пригласили специалистов, людей, проведена огромная работа. Я хотел бы, пользуясь случаем, вообще сказать большое спасибо всем людям нашей страны, которые приняли участие в подготовке мероприятий. Страна объединилась вокруг этого. Мы должны объединиться сегодня. Мы вот подошли к эпогею, к финалу. Нам сегодня надо выступить единым фронтом, чтобы показать наше гостеприимство, показать нашу культуру, чтобы мы продемонстрировали нашу страну, чтобы люди, которые приехали впервые в страну, чтобы им и еще захотелось сюда приехать. Мы это можем сделать. Мы это умеем делать. Нам необходимо просто приложить окончательные усилия для того, чтобы это продемонстрировать.